Христос, это за мамин ребенок. Говорит, мама, ты вся пораненная сегодня. Говорит, можно я тебя полечу? Полечу, позалечу тебя немножко. Ты мой заботливый, ты молись. Молись, мамин заботливый. Заботливый мальчик, мамин. Иди ты кайфуй, мама лучше тебя почесает. Почесает тебя. Да, вот так вот попочку почесает. Мой сладенький, господи, ты чё такой хороший, ты чё такой хороший, ты зачем такой милый, ты зачем такой милый, все будут думать, что все енотики такие, как ты, ведь один на миллион такой, таких реально больше нет, таких спокойных, уравновешенных, потому что он особенный, потому что его собаки в детстве потрепали, он вот такой вот маленький, ой, ой, да ты не залезешь туда, не залезешь, ой, миссия невыполнима называется. Ой, дупло, маловато. Я же говорю, это шапка для тебя, Вики. А, у него раньше такая была игрушка. Он, и то туда зубы сзади побесялась. Все, говорит, я в домике, смотрите. Если без хвоста вот так сфоткать, с хвостом понятно, что это Витя. А без хвоста непонятно. Все там, клаустрофобия. Клаустрофобия. Фобия, клаустрофобия. Иди, моя чёрнышка. Иди, мой любименький. Моя зёпа любимая. У них шерсть, вот тут внутри, волнистая, видите? Как нога, этот, на волну, зёночка, как нога фре. Посёл. Блин, я сегодня вся покоцана. Это просто мы игрались. Вот. Это рука и эта рука. Сегодня поигрались. И тут вот Вовки. Ты куда, мой сладенький?